Дэйв. Вот так, хорошо. Снова стоит. Дэйв. Хорошо. Супер собака. Будет предлагать посадку, будет успокаиваться, тогда даем еду. Игрушку давайте пока, можно, за ограду ее там возьмем, туда же сейчас пойдем. Ну да. А то сейчас она и на игрушку будет сильно отвлекаться. Здрасте. Снова ждем. Лакомство приготовьте уже. Успокоилась. Даем кусок. Даем. Села. Даем кусок. Открываем потихоньку. Стоп, будем ждать. Даем отсюда. Даем. Так, хорошо. Закрываем. Снова даем. Стоп. Она у нас должна, мы определились, она должна у нас сидеть. Мы открыли, она должна сидеть. Ждать. Поводок сразу возьмите. Поводок должен быть в руке. Вот, возле карабина сразу взяли. Я ждать. Приоткрываем, говорим ждать, даем ей лакомство. Она сидит, хорошо? Да. Умничка. Видите, сразу встает. Нет, сидеть. Сидеть, ждать. Ждать. Открываем, даем, говорим ждать. Ждать. Вот. Ждать. Говорим, ждать. Хорошо. Ждать. Вот так. Заходим. При этом она должна сидеть, говорим ждать. Даем лакомство. Стоп. Почему это игнорируете-то? Дубль номер два. Снова выходим. Нет. Я лови, почему не держит эта собака? Если есть правила, то давайте их введем, и собака выйдет по правилам из вольера. Это что такое-то? Собака сидит. Сидеть, скажите. Вия, сидеть. Вия. Вия, сидеть. Вия. Сидеть. Вы заходите, собака сидит, вы цепляете карабин, давайте ей лакомство при этом. Она должна сидеть у нас. Она не должна никуда бежать, потому что вы сказали сидеть. Заходите, она сидит. Ждать. Цепляйте поводок, она сидит. Сказали пошли, тогда только идем. Ждать. Либо сами вышли, сказали вперед. То есть какие правила были до этого? Не надо сдерживать ее ногами, не надо дверь закрывать. Посадили, да. Ждать. Цепляем к ней этот поводок, даем ей лакомство. Вот. Все спокойно. Никакой суеты. Никуда она не бежит. Поводок пристегнули, и для нее это не является сигналом, что надо бежать. Поводок провисший. Дверь открыта. Сидеть. Ждать. Теперь можете сказать, пошли, начинаем двигаться, и пошли сразу гулять. Вот так. Нет. Должен посмотреть и раскритиковать. Либо вы мне покажете прям вау, я уеду и скажу, все, не надо вам ничего, вы все умеете. Давайте. Это все у вас сейчас не экзамен, а тренировка. Чаще собаке лакомство давайте. Не смущайтесь. Пошли. В какой руке поводок, как работаете? Хождение рядом. Давайте. Рядом при этом команда, правильно? Так, развернулись. Не идет, она убегает. Вот идет, супер. Давайте в эту сторону. Давайте здесь далеко не уходите, а то там не видно. Стоп. Отсняли. Когда ты идешь за рукой, мне все нравится, супер, продолжай. Дальше мы начали руку убирать, и мы начали собаку держать положительными эмоциями, когда нам все нравится. Когда нам нравится, мы говорим, супер, умничка, молодец. Лакомство ушло от носа.
Собака не прыгает, мы успеваем ей лакомство отдать. В дальнейшем лакомство даже мы здесь не показываем, ни в левой, ни в правой руке. Мы идем, двигаемся, говорим: супер, умница, мы только держим ее эмоциями. И поощряем лакомство уже в конце, отдаем. Вы опять вернулись к тому, что собака идет за куском. Вам нужно сейчас поработать так, что лакомство от носа отходит. Если собака, у вас видно, что собака уходит вперед от вас, вы пытаетесь ей лакомство подставить к носу. Это было на первоначальном этапе. Мы от этого должны уже уходить. Сколько мы будем лакомство перед носом держать? Если она уходит вперед, мы должны обозначить, что она совершила ошибку. Сейчас она идет вперед, и она не обращает внимания ни на еду, ни на вас, по сути. Вы проявляете положительные эмоции, а ей все равно, она побежала сама по себе. Я сама такая самодостаточная. Что ты там не говоришь, я сама все знаю и побежала. Вы должны показать, что это ошибка. Негативные эмоции. Эй! Или нет, или ай-яй-яй. Развернулись рывки в другую сторону. Когда собака идет, поводок провисший, вам все нравится, тогда вы проявляете положительные эмоции. Только в том случае, когда вам все нравится. Если вам, вы видите, что не нравится, она уходит вперед, не на лакомство уже ее отвлекаем, а рывками ей показываем. Беги туда, но я иду сюда, и ты идешь за мной. Потому что если ты за мной не бежишь, ты не подстраиваешься под мой темп, либо ты меня опережаешь. Там есть неприятное ощущение в виде отрицательного подкрепления. Рывки поводком. Но прежде чем мы создаем рывки поводком, мы же собаку предупреждаем. Мы предупреждаем собаку сигналом. Либо нет, либо эй, и потом воздействие. Или ай-яй-яй, и воздействие. В дальнейшем работает только вот эта эмоция, либо слово, а воздействия уже не будет. Нам нужно, чтобы собака понимала, где ошибка, а где все правильно. Давайте еще попробуем поработать. Поводок в левой руке, лакомство в правой. Когда начнете движение, лакомство уйдет наверх. Вы будете двигаться и работать с рывками. На лакомство ее отвлекать уже не надо. Вы ей показали, что у вас есть еда. Вы начали движение, а она идет четко. Вы говорите: умничка, молодец, хорошо, и хвалите. Говорим да и отдаем. Если начинаем движение, то рука уходит наверх и вот здесь отпускается вниз. Если хвалите, то отдаете отсюда. Давайте попробуем. Поводок при этом в левой руке. Показали, рука пошла наверх, говорим: умничка, молодец. Не натягиваем, а поддергиваем, если она идет так, как вам не нравится. Видите, она забегает вперед. Стоп, 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 стоп. Собака забегает вперед и бежит к вашей левой руке. Смысла кружиться нету и убирать руку сразу по этой траектории вот сюда не нужно. Рука уходит вот сюда, вот по этой траектории. Сначала уходит сюда рука наверх. Вы делаете паузу здесь. Когда двигаетесь и видите, что собака идет четко, тогда сначала попробуйте отсюда же подкрепить. Потом через несколько повторений попробуйте руку уже отпустить. Вот сюда вниз. Если собака лезет к правой руке, пускай рука возвращается вот по этой траектории к собаке, чтобы избежать вот этого выбегания перед вами. Давайте пробуем. Наверх рука. Умничка, молодец. Успеваем подкрепить. Вот так. Рядом говорим. Вот так. Успеваем подкрепить. Да. Еще пару повторений, потом будем пробовать руку отпускать. Давай работаем, нужно ей говорить. Хватит ее уже приглашать. Она уже с опытом. Если прыгает сразу ай-яй-яй или нет. И продолжаем движение.
Когда хорошо идет, хвалим, говорим: умница, супер собака. Собака рядом. Супер девочка. Да, вот так, замечательно. Теперь по ходу попробуйте руку отпустить, но пока что идем и на нее смотрим. И хвалим. Нет, поддернули и в другую сторону пошли. Стоп, 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 стоп. Супер собака. Вот еще смотри. Рядом. Супер! Браво! Рядом. Хорошо. Да. Еще работаем, давай. Рядом. Эй-эй. Бери. Рядом. Нет, рядом. Да. Как только руку отпустил, она сразу начинает выходить передо мной. Руку возвращаем при необходимости, поддергиваем, если идет передо мной. Рывки тоже совершаем и показываем ей. Не лезь вперед, ты мне мешаешь идти. Мы рывками объясняем. Давай работаем. Рядом. Скорей. Рядом. Супер собака, молодец. Молодец. Поводок провисший. Рядом. Хорошо. Да. Пробуем изменить темп. Пробуем где-то пробежаться. Обратите внимание, в каком состоянии у меня находится поводок, когда я иду и когда я отдаю лакомство. Он будет провисший. Рядом. Рядом. Да. Пробуем. Менять вы должны сейчас темп с обычного на медленный, с медленного на обычный, с обычного на бег. Постоянно предупреждаем командой рядом. Начинаем бежать, либо идти быстрее, либо идти медленно, говорим рядом. Собираемся повернуть, допустим, пошли рядом. Рядом. Поворот. Рядом. Рядом. Супер, супер. Рядом. Хорошо. Пошли рядом. Пошли. Эй, рядом. Пошли. Нет. Да. Давайте я вам буду говорить. Прямо идем. Подкрепляйте сами. Я вам буду говорить, как двигаться. Так, развернулись, прямо двигаемся. Остановка. Для вас является принципиальным, что собака садится. Смотрите как. Стойте на месте. Куда собака встала? Опять сбоку. То, что собака садится в стороне, жопу заносит вперед от вас в сторону и садится, является принципиальным или оставляем это так? Пусть она садится ровно возле левой ноги. Естественно, тогда и нужно, дайте лакомство, сдерживаем собаку, чтобы не прыгала. Тогда и нужно подкреплять так, чтобы она садилась ровно. Зачем нам заносить жопу в сторону? Мы ей показываем, садишься ровно, допустим, я говорю, остановка. Если видите, собака корпус отводит в сторону. Левую руку здесь оставьте. Это было в самом начале. Снова отрабатываем. Лакомство перед носом. Вот ровная посадка. Собаке говорите рядом. Окей? Повернули, поводок провисший. Даем собаке лакомство. Если натянутый, то корректируем. С выдачей лакомства не торопитесь, поводок провисший, собака идет, тогда только даем. Давайте, по квадрату двигаемся. 4-6 повторений в вашем распоряжении. Смело работаем.
молодец. Пошли скорее. Говорим да, подкрепляем. Пошли рядом. Пошли рядом.